Таких людей, которые несут это имя, получаются стойкие революционеры. Буква «К» в этом имени обозначает страсть к выбранному роду деятельности. Также стоит отметить, что эти люди сильно чувствительны к тому, что о них говорят другие. Эти люди обладают творческими способностями, любят неожиданности и нестандартные ситуации, которые привыкли решать с помощью логики. Они могут работать в любой сфере, если их заинтересует профессия. Обычно носителю этого имени удается реализовать задуманные благодаря своему терпению, трудолюбию и выдержке. Из-за того, что они переживают, могут становиться филантропами. Это силы и желание что-то начать и осуществить. Стремление быть первым, лидерские и организаторские способности, большая склонность к действиям. Значение буквы «М» в имени говорит о заботливости, готовности помочь, некоторой застенчивости и мягкости. Верность слову, а также выбранной цели – это основная отличительная черта. Этим людям можно верить, они верны своему слову. Этим людям также характерно стремление поделиться своими ощущениями и знаниями со своим партнером. Носителю имени не придется заставлять трудиться. У них внутренняя установка преуспеть в жизни собственными силами, завоевать авторитет, независимую позицию в жизни. Чрезмерные гордыни носителей имени с буквой «К» мешает им осуществлять намеченные планы. Однако в работе проявляет незаурядный ум и способны достичь больших успехов. Этому человеку трудно подниматься по служебной лестнице, и поэтому он порой ищет возможность реализоваться в свободном творчестве. Иногда носители этого имени упрямы, заботливы и в то же время застенчивы. Для владельца имени с буквой «Л» требуется проявить тонкое восприятие красоты, артистические, художественные таланты, стремиться поделиться знаниями и ощущениями с партнерами. Не обещайте человеку с гласной «И» в имени нереальных вещей. Не поверит, поскольку трезво смотрит на вещи. Редко встречающийся в именах звук «У» воспринимается на слух свежо и оригинально. В тех именах, в которых встречается гласная буква «А», труд – их природная потребность. Но не любой труд, а лишь тот, который они самостоятельно выберут. Буква «У» в этом имени означает развитое воображение, великодушие, доброжелательность и порой излишнюю прямолинейность. Если вы посчитаете этого человека малоинтересным для себя, все равно цените и не теряйте из числа друзей. Исцеление от душевных ран скорее находится рядом с этим человеком. Эти люди обладают проницательностью и живым умом. И еще он обладает прекрасным чувством гармонии. Дорогой друг, поставь лайк под видео и подпишись на канал. Мы зависим от твоей помощи.